с крючком и спицами по жизни. Сегодня в нашей рубрике «Нескучная жизнь» мы расскажем о челнинке Раисе Гонцовой. 8 ноября она отметила свой ни много ни мало 91-й день рождения. И несмотря на уже далеко не юный возраст, пенсионерка по-прежнему в тонусе и не собирается завязывать со своим любимым увлечением – вязанием. Пока глазки смотрят, руки делают. Раиса Гонцова, пенсионер. Хобби – вышивание, вязание. Стаж 60 лет. С рукоделием Раиса Гавриловна познакомилась в 50-х годах, и с тех пор они неразлучны. Начинала с вышивки и вязания крючком. Многие свои творения она сохранила. Правда, вспоминает, что без курьезов не обошлось. Как-то раз вывесила во дворе постельное белье, а потом не досчиталась одной наволочки. Вязать же крупные вещи Раиса Гонцова начала в 2008 году, влюбившись в палантины. А как здоровье позволяет? Иногда вот даже не раз не копну, а иногда целый день сижу, вяжу. Бывает и такое, что часы потрачены зря, ошиблась в счете и все приходится распускать. А потом еще распускать не так, что взял да потянул, а надо с иголки на иголку, потому что петля уйдет, ее уже не поймаешь, она кверху или куда уйдет. Сейчас Раиса Гонцова специализируется на кофтах, палантинах, бывает и шарфики вяжет. А вот носки, признается рукодельница, ей уже наскучили. Очень часто во время работы Раиса Гавриловна развлекает себя частушками. Говорю своему деду, ты купи как мне победу, а не купишь ты победу, я уйду к другому деду. Сделанные собственноручно наряды женщина дарит родным и близким. Какая она у меня красивая. А также подружкам. Они, кстати, согласились попробовать себя в роли модели для показа. Елена Портнова, Ильнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.